Привет, уважаемые, и добро пожаловать в мое прохождение Alan Wake на компьютере, русская версия. Сначала, пожалуйста, прочитайте описание видео перед просмотром. Там я указал всю необходимую информацию, и после того, как вы прочитаете описание, приступайте к просмотру. Значит, начнем мы игру. Я хотел начать с дополнительных эпизодов, которые называются «Сигнал» и «Писатель». Вот. Но потом я подумал, что это будет неправильно. Надо начинать с самого начала, потому что эти эпизоды, они являются продолжением основной игры. Вот. Поэтому я начну с самого начала, самого первого эпизода, как и должно быть. Настройки у меня стоят почти на максимальном. Единственное, что я поставил сглаживание не на максимум. Ну, потому что мне, в принципе, оно и не нужно, и так выглядит хорошо. Вот. Так что вот, начинаем новую игру на нормальном уровне сложности. Кошмар у нас откроется потом, на нем будут дополнительные бонусы, поэтому я на нем обязательно потом пройду. Ну что ж, начинаем. Русские субтитры включены. Стивен Кинг once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why. But there can be no explanation, and there shouldn't be one. Mm-hmm. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and is what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Добро пожаловать в Bright Falls. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Как Silent Hill, прям. He was dead. I was convinced they put me in jail and I would never see Alice again. Элис — это жена Алана. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Что ж, вот у нас начинается сама игра. Сейчас нужно посмотреть на свет, выбрать настройки. Вертикальные вверх, вниз. Но мне удобно так. Вверх это вверх, вниз это вниз. Вот. Я буду немножко, с вашего позволения, попивать кофе, потому что я очень люблю, особенно вот начало игры и вместе с кофе. Сейчас вы узнаете почему. Вот, нам нужно идти вперед, но давайте развернемся и пойдем назад, посмотрим на машину. Да, машина сломалась. Что у нас тут? Здесь у нас находятся книги, которые писал Алан Уэйк. Вот они, видите, они от удара открылся багажник и несколько книг разбросали. Алан, подожди. Тут у нас тупик неожиданно. Так, ну, как видите, нам некуда идти, как вперед. Еще раз говорю, обязательно сначала прочитайте описание, чтобы перед просмотром видео, чтобы не было лишних вопросов. Что, почему, как. Вот. Можно зайти сюда. Вот это как раз одно из тех мест, нужно идти прямо, а можно зайти сюда. Но здесь у нас ничего нету, но просто так, где интересно, можно походить. Там есть также место, вот здесь. Можно упасть вниз. Что я сейчас и сделаю. Я случайно упал. Честно говорю.
общем, там можно вниз упасть. Я, видите, немножко невнимательно пошел и упал, но там нет ничего. Свет — это место, где можно исцелиться, и враги, которые тебя преследовали, они исчезнут. Поэтому, если у вас проблемы... Если у вас проблемы, вы не можете сражаться с врагами, их очень много, и вы не можете их одолеть, например, да? То бегите до ближайшего света. Вы исцелитесь, и враги все исчезнут. И вот причина, почему я люблю начало игры и пить кофе. Вот, видите, всего в игре 100 термосов, и нужно их находить. Ну, это как бы дополнение такое для ачивмента. Так, теперь нам нужно перелезать через этот забор и идти дальше. Так, также можно сюда пройти. Но это тоже нужно перепрыгнуть. Я знаю, тут можно перепрыгнуть. Во. Но тут тоже нет ничего, просто так для интереса пройтись. Я прошу прощения, если звук игры сейчас недостаточно громкий, если вы не так хорошо слышите саму игру, просто я сейчас пока громко особо сделать не могу, но потом смогу, просто сейчас вот... Какое-то время придется так вот посидеть на таком тихом уровне звука. Ну все, тут ничего нету. Возвращаемся обратно на дорогу. Хоп. Так, здесь у нас, видите, написано, что туда это маяк, указатель. Point. И вот начинается кошмар. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you could just make up stuff? Play with people's lives and kill them with your... Надо убегать, мы ничего с ним не сделаем сейчас. You're in this story now, and I'll make you suffer. In your books, if it wasn't for your editor, you'll never publish another one of your shitty stories. Cause I'm gonna kill you. It's not like your stories are any good. Not like they have any artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Forget your work. В общем, я дал ему выговориться. Видите, доска. Missing. И вот видите, его уже нет, он исчез. Я не знаю, у меня немножко изображение смазывается сейчас, а у вас? Это вещь, видите, вот. Я сейчас спойлер не буду говорить. Видите, Missing, это Alan Wake, а вот этот, видите, водолаз. Вот этот чувак в водолазном костюме. Вот. Просто скажу, что он тоже ключевой персонаж игры. Вот. Вот он, видите? Он и вместе с Аланом Уэйком они пропали. Их ищут, типа. Так. Мы сейчас ничего ему не можем сделать, потому что нужно только уклониться от него. Так, а как я пройду здесь? Я что-то забыл. Ах ты, блин. Фонарика-то у меня нету. А, типа, это тренировка, да, блин, я... Дверь должна быть открыта, потому что я никак не пройду сейчас. Во, Matrix Dodge. Вот, отлично. Угу. How does it feel to die by the hands of your own creation?
теперь бежим, бежим. Теперь только бежать, бежать. Клей Стюарт. Да бегу я, бегу. Пипец. Клей Стюарт, я помню. Надо в дом забегать. Почему он со мной не забежал? Так, давайте я буду делать видео примерно вот 10-11 минут. Сейчас вот мы остановимся и продолжим уже в следующем видео. Спасибо за просмотр всем.